солнечный день, безоблачно, то есть условия идеальные для обучения курсантов. В принципе, чем мы и занимались. Значит, у меня был вывозной полет с курсантом «Валевка». Значит, мы выполняли полет по кругу. Это его первоначальное обучение. Значит, самостоятельно на то время они еще летать не могли. Это были курсанты 4 курса. После взлета, уборки шасси, закрылков, мы набрали высоту. Он набрал, курсант набрал высоту 600 метров. Значит, я ему объясняю в это время. Где-то на траверзе нашей ВПП. И я ему рассказываю, вот сюда посмотри, здесь такой-то населенный пункт, например, здесь такой-то. И в этот момент происходит удар. Скорость была около 400 км в час, то есть, значит, разрушается полностью переднее остекление, то есть верх остекления. И у нас стоит перегородка между двумя кабинами, разрушается эта перегородка. Значит, как я уже под... Я сразу не понял даже, что это произошло. Буквально где-то через секунду уже... Я вижу, как бы, скажем так, что это была птица. Около секунд-двух произошло, я проверил параметры работы двигателя и выполнил заход. Сразу же отворот, значит, с гашением скорости, выпуском шасси. Значит, во время этого я, естественно, еще докладывал на землю, что произошло, где произошло для обеспечения посадки беспрепятственной. И еще параллельно с этим я еще узнавал, как курсант, живой он, все в порядке у него, что повреждено у него или нет. Вот. Ну, курсант сказал, что с ним все в порядке, ничего не повреждено. Все, мы спокойно зашли на посадку. Где-то от удара, от столкновения с птицей произошло до посадки где-то в районе 4 минут.